очень удивительно бывает, когда слышу, что у нас в обществе есть мужчины, которые запрещают своим женам, своим дочерям одевать хиджаб. Они радуются, им приятно, когда их жены, домочадцы выходят на улицу в общество, не покрыв себя. Также они радуются, получают удовольствие от лайков и комментариев в социальных сетях под публикациями фотографий их жен, дочерей и так далее. Это очень плохой признак, дорогие мои братья. Если у нас в сердце отсутствует чувство ревности, ревности к своим женам, дочерям, это плохой признак. Признак даюса. Кто такой даюс? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва алейхи ва саллям, говорит, трое не увидят рай. Первый человек, который распивает алкоголь, употребляет алкоголь. Вторая категория – это женщина, которой употребляется мужчинам, мужеподобные женщины. И третья категория, о которых говорил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, даюф. Это тот человек, в сердце которого нету ревности.